can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's. Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Максим Шрайер. Я очень рад вас всех приветствовать на презентации не одной, а даже двух книг. Я очень благодарен Клубу литературных меценатов и его руководителям за возможность встретиться с вами. Как человек, живущий в эмиграции уже более 3 десятилетий, я хочу вам сказать, что, конечно, в эмиграции есть литературная жизнь, но все-таки мы не избалованы такими вот возможностями поговорить с замечательными любителями книг и друзьями, и ценителями книг и писателей. Хочу сразу сказать, что сегодняшний вечер мне уже дорог, потому что в зале присутствуют 3 очень важных и дорогих мне человека. Я хочу их назвать, потому что народ должен знать своих героев. Это, во-первых, Ольга Балла, замечательный критик, которая только что получила лучшую премию за литературную критику, неистовый Виссарион. Это, во-вторых, Олег Смола, замечательный литературовед и критик. И, в-третьих, Максим Мусель, мой близкий друг, гуру мобильного кино, кинорежиссер. И я очень рад, что они пришли. Спасибо, дорогие мои. Сегодня я представляю 2 книги, но на самом деле я представляю не только книги, но я представляю и целую литературную семью. Так случилось, и действительно я благодарен судьбе за это, что я происхожу из литературной семьи. Конечно, вы знаете, что мой отец Давид Шрайер Петров, писатель, прозаик, поэт, мемуарист. Но еще в предыдущем поколении, в поколении бабушек и дедушек, была у нас писательница, тетка моего отца, батя Каханы. Это одна из самых ранних израильских писательниц, которая уехала в 20-е годы, принадлежала к поколению халуцев. И интересно то, что она писала по-русски, но печаталась на иврите. И известна теперь, прежде всего, именно как новоевритская писательница. Но на самом деле, это традиция еврейского письма на русском языке, которая продолжается в нашей семье. Значит, мой отец, потом я, и еще здесь в зале присутствует моя младшая дочь Татьяна Шрайер, которая уже в 4-м поколении писательница, она поэтесса, у нее уже выходило в очень хороших журналах несколько стихотворений, переводы с русского, скоро выходит эссе о Роберте Фросте, который ей было заказано. Так что мне это, понимаете ли, все безумно приятно, потому что, конечно же, каждый раз, когда я представляю свои книги, я представляю не только просто книги, я представляю и литературные гены, и литературную судьбу. Теперь, ну вот, прежде всего, книга, которая только что вышла, книга «Бегство». Это книга, о которой я буду говорить. Кроме того, это книга рассказов «Исчезновение Залмана». Если будет время, мы до нее, может быть, дойдем. Но кроме того, я хочу сказать, что здесь, в издательстве «Книжники», выходило 2 книги моего отца. Книга «Геберт и Нелли». Это 2 романа из его известной трилогии романов об отказниках. Эта книга мне очень дорога, потому что она писалась в тяжелейшие годы отказа. Я был свидетелем того, как она писалась, как она передавалась на Запад. И, кроме того, в прошлом году вышел английский перевод первой части этой трилогии, к которому я приложил руку и к которому я написал комментарий. И второе – это книга рассказов моего отца «Кругосветное счастье», которую я вместе с ним составил. Это книга избранных рассказов. Так что, если вам это интересно, вы сможете эти книги подержать в руках. Они здесь есть в магазине издательства «Книжники». Теперь давайте я немножко расскажу о том, как сочинялась книга «Бегство». На самом деле у нее есть достаточно длинная предыстория. Предыстория это начинается с сочинения книги «Waiting for America», которая уже потом вышла в России в переводе под названием «В ожидании Америки». Но на самом деле, по сути, целый, что вам сказать, может быть, магистральной линией в моем творчестве и литературном, и литературоведческом стали аспекты истории и культуры российских евреев. И российских евреев и в Советском Союзе, и в эмиграции. И вот когда вышла книга «В ожидании Америки»,
произошло нечто довольно интересное, потому что, как вы знаете, ну, более логично писать, так сказать, сиквелы, то есть книги, которые происходят в хронологическом или в каком-то систематическом порядке после вышедшей до этого книги. Но в моем случае книга «Бегство» не сиквел, а приквел. То есть я все надеюсь, что это наконец осознает Голливуд и на нее приобретут права, потому что только у самых успешных издателей выходят сначала книги, а потом к ним уже выходят приквелы. Но тем не менее, я просто хочу сказать, что еврейской литературой, культурой я занимаюсь уже давно, и вот здесь я просто покажу вам несколько обложек книг. Ранняя книга, моя вторая книга, о еврейских писателях 20-30-х годов и проблеме идентичности, прежде всего Багрицкий и Бабель. Недавняя книга о Сильвинском как свидетели Шоа, Холокоста, в самом первом литературном свидетеле, и вся его судьба как свидетеля Шоа на оккупированных советских территориях. Потом вот эта двухтомная антология еврейской и русской литературы, которой я занимался целых 10 лет, в нее вошло более 120 авторов, а вот в прошлом году вышел сокращенный вариант, правда, с некоторыми добавлениями, который называется «Голоса еврейской и русской литературы». И на обложке, конечно же, Ягуда Пен, учитель Шагала. И мне очень нравится эта обложка. Как вы видите, слепой музыкант, скрипач, и его ведет куда-то еврейская девочка. А в бэкграунде видна уже улица. И, собственно, это та самая открытая дорога, на которую вступают еврейские писатели в 20 веке. Да, скорее всего, это Витебск, скорее всего. Да. И, кроме того, вот мой предпоследний приезд в Россию, я собирал материалы, меня интересовал вопрос, а что же происходит с евреями в России в постсоветский период? Это сначала было эссе, заказанное журналом «Мозаик», нью-йоркским, а потом из нее я слегка расширив это эссе, добавив к нему материал, я сделал коротенькую книжку «With or Without You». То есть, видите, эта тема продолжается. И, кроме того, книга рассказов «Йом-Кипур в Амстердаме», «Судный день в Амстердаме» и по-английски, а по-русски она называется «Исчезновение Залмана», и она вышла здесь в издательстве «Книжники». И, наконец, я не могу не похвастаться, потому что, прежде всего, мне очень нравится эта обложка, и это книжка, которая выходит в сентябре, это моя новая книжка художественной прозы, три новеллы, которая называется «Русский иммигрант», и три новеллы, которые объединяет персона одного героя, его зовут Саймон Резников, Семен Резников, иммигрант моего поколения, который входит в американскую жизнь и, конечно же, который постепенно избавляется от багажа советского и русского прошлого. Вот такая история. Теперь вернемся к тому, как же сочинялась книга «Бегство». Короче, я написал книгу «В ожидании Америки». Видите, это первое издание, это уже второе. И смысл тут в том, что открывается чемодан, и из него нематериальный багаж высыпается, а остается только, так сказать, материальный багаж высыпается, а остается нематериальный. Это такая метафора эмигрантской жизни. И вот эта книга вышла, я стал выступать в книжных, в разных университетах, перед разными аудиториями. Моя очень прозорливая жена мне сказала: вот ты увидишь, хотя эта книга про иммиграцию, действительно, эта книга начинается в день нашего отъезда, 7 июня 87 года. В основном в ней события разворачиваются летом 87 года, сначала в Австрии, а потом уже в Италии. Видите, вот неужели это я? Трудно представить, но это так, это так. И эта книга писалась на одном дыхании. Это книга об освобождении от всяких пут идентичности, о том глотке свободы, который мы, иммигранты, бывшие отказники, вдруг проглотили за это лето, и о том, как это казалось невероятным счастьем. Представляете, освобождение от всего на фоне этой красоты, видите? И эта книга, она, конечно, юношеская, романтическая, в ней основная романная история – это история молодого еврея, который попал в Италию по пути в Америку. Он разрывается между знакомыми для него, но в то же время обрыдшими еврейскими девушками из России и итальянками, которые влекут, но которые до конца, конечно, не подпускают себя, до самого конца. И вот вышла эта книга, и действительно моя жена была права. На каждом выступлении люди слушали и задавали один и тот же вопрос: «А почему вы уехали?»
То есть, понимаете, конечно, мне-то хотелось написать книгу не о том, почему мы уехали, а о том, как я пытался забыть. А вообще об этом пласте. Но в результате кончилось тем, что я сел писать книгу вот «День приземления» в Америке. Видите, это, кстати сказать, самолетик, который уже не летает в американской гражданской авиации, но на таких самолетиках еще в 80-е годы можно было долететь из, скажем, Нью-Йорка в маленький американский городок. Но, тем не менее, вот эта книга, я ее долго писал. Писал ее, надо сказать, довольно мучительно, потому что эта книга совсем не юношеская, совсем не романтическая. Это своего рода медитация уже человека повзрослевшего. К тому времени я уже был дважды отцом. И в ней действительно я попытался объяснить, как же нам жилось, нам, евреям, жилось в советское время, и почему векторы истории повернулись в таком направлении, что от 2 миллионов российских евреев в современной России осталось 150 тысяч. Это невероятно, представьте себе. Это, конечно же, намекает на какой-то эндшпиль еврейской русской истории. Я извиняюсь заранее за мрачность того, что я сейчас говорю, но просто иногда цифры излагают историю гораздо лучше, чем мы, потому что цифры не сентиментальные. Да, теперь, не смейтесь, почему я начинаю с географической карты? Когда я выступаю на эту тему перед англоязычными аудиториями, я всегда начинаю с одного. Я им говорю, поймите, конечно же, вам кажется, что это история про ашкеназских евреев. Но, разумеется, Советский Союз был огромной страной, да и Россия огромная страна. И там жили не только ашкеназские евреи, там жили и другие евреи. Там жили и бухарские евреи, и горские евреи, и грузинские евреи. Да и, собственно, в самой европейской части Советского Союза евреи были вовсе не одинаковые. Я, между прочим, скажу вам, это понял впервые. Почему, если мы с вами на секундочку вернемся к обложке, что это на обложке? Это 76-й год, Тбилиси. Это еще до того, как мы попали в отказ. Мой отец тогда был высокопоставленным медицинским исследователем, доктором наук, что для непартийного еврея было, в общем, очень большим достижением, и членом Союза писателя, куда он вступал с кровью по рекомендациям Шкловского, Вознесенского и так далее. И вот в 76 году мы поехали с ним на месяц в Тбилиси. Почему? Потому что отец тогда, с одной стороны, работал в институте вакцины сыворот в Сабуртало, а с другой стороны, собирал материалы для будущего романа, который в Советском Союзе так и не вышел, потом уже вышел в Америке под названием «Французский коттедж», где говорится о великом изобретателе, открывателе бактериофага Феликсе Дерели, который приехал в Советский Союз, опьяненный идеями советского коммунизма, и, слава богу, успел оттуда сбежать, но основал там институт. И вот почему Тбилиси? Потому что именно в Тбилиси мальчиком, сколько мне было лет, 9-8 лет, я впервые увидел, что возможно еврейская жизнь, в которой евреи идут по Тбилиси с гордостью в пятницу вечером в синагогу. Это меня совершенно поразило. Мы с отцом, я как сейчас это помню, шли в толпе грузинских евреев-мужчин. И это казалось не каким-то исключением, это казалось абсолютно нормативной жизнью. Они абсолютно входили в мейнстрим грузинской жизни. Меня это совершенно поразило, потому что ничего подобного, конечно же, в Москве или даже в небольшом еврейском городе, советском городе с существенным еврейским населением не могло быть и не было. И второе, почему я говорю о карте, потому что, конечно же, именно в эмиграции, уже уехав из Советского Союза, мы столкнулись с евреями из самых разных мест, в том числе из бывшей Западной Украины, из Карпат. Это были евреи, конечно, которые в себе сохранили гораздо более объемное, многоплановое чувство своих корней. И это тоже было важно. То есть я хочу сказать, что, конечно, в центре внимания, в центре этой книги семья московских еврейских интеллигентов, но
За этим стоит не просто одна перспектива, за этим стоит и более широкая перспектива, которая связана с евреями из разных мест Советского Союза, которые в 60-е годы, ну не только в 60-е годы, я вам скажу когда, потому что я родился во время шестидневной войны, и я это очень хорошо помню. То есть, когда советские евреи вдруг проснулись с двойным осознанием. Первое, что у них есть государство, которое маленький Израиль, который победил всех своих врагов, которых поддерживал Советский Союз, но одновременно, что их собственная страна теперь направляет им прямо в лицо дуло автомата, пистолета, чего угодно. И это, конечно, отправная точка всей нашей эмиграции. Вот. И второе, помните, я вам сказал, что иногда цифры рассказывают, показывают движение истории гораздо более трезво и не сентиментально, чем мы люди, чем мы литераторы, журналисты и так далее. То есть взгляните на эти цифры. Правильно, вдруг всплеск после раздела в Польше, видите, в 1925 году уже 1 600 000 евреев в России. Потом смотрите, опять всплеск, конечно же, это после присоединения Западной Белоруссии, Западной Украины, то есть Восточной Польши. Но что важно, друзья, что даже после Шоа и невероятных еврейских потерь в Советском Союзе оставалось более 2 000 000 евреев. Это часто забывают, это не следует забывать. Поэтому то, что произошло за последние 40 лет, в каком-то смысле просто, как вам сказать, это катаклизм. Это иначе нельзя описать. Потому что я не верю в естественные объяснения исторические. Ну что такое 170 000 в стране размера России, учитывая, что из них большая часть живет в Москве и Ленинграде. То есть вот об этом, обо всем я и попытался написать книгу. Так, теперь давайте я немножко расскажу о, так сказать, некоторых сквозных мотивах в этой книге. Первый мотив – это, конечно, еврейская семья, которая разрывается ветрами истории. Это ветрами истории. Это, конечно же, с одной стороны революция, с другой стороны эмиграция и с третьей стороны сионизм. Вот это семья Швейров, то есть вот в левом, в переднем ряду для вас слева, а для меня справа, вот этот вот юноша, это мой покойный дед Пейсак Шрайер и его 5 братьев и сестер. И это Каменец-Подольск, 24-й год. В этот год семья развалится, и она уже никогда не будет после этого целой. Вот молодой человек в верхнем правом углу, это старший брат моего покойного деда, который бежал в Палестину, стал халуцем, мечтал быть еврейским Максимом Горьким, а стал землемером, который вымерил половину Палестины, и которого помнят все историки Израиля именно поэтому. Он больше не увидел свою семью, но мы увидели его в Риме в 87-м году. И тогда мне казалось, что, понимаете, это ощущалось так, как будто вдруг и в Клидовой геометрии, и геометрии Лобачевского вдруг каким-то образом странно сомкнулись. То есть как будто та семья жила в другой совершенно системе координат. Вот это другой снимок. Что я хочу сказать? Что, конечно же, еврейская история для России – это всего 2 века. Это очень короткая история, но это одновременно очень бурная история. Поэтому евреи России очень остро воспринимали, во-первых, чувство корней и свои права на эту землю. Это очень важно. Вот смотрите, это фотография вот здесь в центре, моя покойная бабушка – Анна Михайловна, которая эмигрировала с нами, еще 25 лет прожила в Америке. То есть она прожила 95 лет. И здесь, в этой группе, все молодые люди. Это уже молодая, новая советская интеллигенция. Люди старшего поколения. И это, конечно же, совершенно традиционный, или, может быть, для некоторых местечковый, хотя это не местечко, это городок, среднего размера город на Украине. И после 1937-1938 года их количество уменьшится вдвое, а после войны еще раз вдвое. То есть, понимаете, и репрессии, и уничтожение еврейской культуры, и война, в которой скосило огромное количество еврейских мужчин и женщин, которые были в рядах Красной Армии, и Холокост. Но те, которые выжили, сохраняли огромное
огромное, острое чувство своих корней. Какие тут сценарии? Вот это совершенно другой сценарий. Это покойный мой прадед со стороны мамы, который на старости лет уехал строить Биробиджан и умер там. Я специально получал это свидетельство о смерти, видите? Это тоже определенный вектор еврейской истории. Мечта, которая была, конечно, совершенно утопической и больной. А вот это блаженной памяти дед моего отца, из поколений и поколений раввинов. Я когда-то занимался этим литовских. Я думаю, что вот мне в Литве известны наши корни до примерно начала 18 века. Представляете себе, это в каждом поколении был раввин. И он, его звали Хаим Вульф Брейда, как и многие евреи его поколения и его религиозных убеждений, отказался бежать и был убит в своем доме за священными книгами. То есть это еще один вектор нашей еврейской истории в России. Я хочу сказать, что эта книга о том, как евреи служили России из поколения в поколение. Мой дед, 34-летний капитан, это как раз где-то после Сталинграда, почему мы знаем, что еще не введены погоны, видите? Так что можно более-менее точно понять, когда это. А я думаю, что это где-то январь 43-го, может быть, это самый конец 42-го. А это мой отец, молодой лейтенант. Понимаете? То есть это еврейские мужчины и женщины, которые служили России, как солдаты, как врачи, как учителя и так далее, совершенно не думая о том, что их ждет или что ждет их внуков. Вот видите, говорят, что 50-е годы – это самые черные годы, для ранние 50-е, для российского еврейства. Вот моя мама, ее сестра, ее покойные родители. Конечно, в глазах этих евреев не только страх, но еще и надежда. Надежда на то, что их дети уже не испытают той горечи, той муки и той несправедливости, которую евреи вкусили в конце 40-х, в начале 50-х. И вот, наконец, и ваш покойный слуга, как вы видите, родился в 67-м году и в 69-м здесь разгуливал по Архангельскому и потом засел за писательский стол своего отца. Вот так начиналась моя жизнь. То есть в каком-то смысле я думаю, что я уже обдумывал эту книгу о том, как невозможно уехать еврею из России и как в то же время этот отъезд неизбежен. И вот, возвращаясь к нашему ослику и к Тбилиси, 1976 года. О чем еще эта книга? Это книга о том, как резко менялась судьба евреев, решившихся эмигрировать, вставших на путь эмиграции. Вот смотрите, это я называю последним счастливым летом. Это Эстония, 1977 год. Видите, если бы не знать, что это Эстония, если бы не знать, что мы советские евреи, можно бы даже было подумать, что мы какие-то западные евреи. То есть здесь, видите, это мои родители на самом пике своих советских карьер, и они, конечно же, еще не знают, что их ждет. Они обдумывают эмиграцию, они, конечно, не могут даже представить, что мы окажемся в отказе почти на десятилетие. И вот почему я показываю картину великого эстонского художника Юрия Арека, нашего большого друга. Потому что эта книга еще и о том, что произошло после того, как евреи вступали на путь эмиграции, и как они оказывались в огромной изоляции. Это было своего рода недемаркированное гетто. И особенно, конечно, это ощущалось всеми их интеллигенцией, потому что именно евреи-интеллигенты поняли и осознали, попав в отказ, насколько велико, и я прошу прощения за то, что я сейчас скажу, но об этом необходимо говорить, насколько был распространен коллаборационизм, не только конформизм, а именно коллаборационизм советских интеллигентов, потому что от нас отказались практически все. Юрий Арек как раз был одним из немногих художников, писателей, который продолжал с нами общаться в годы отказа, который прятал рукописи отца и не боялся возможных репрессий или осложнений. Но вообще телефон моего отца забыла большая часть членов Союза писателей, в том числе люди, которые бывали у нас дома. Понимаете, ведь я же пытаюсь создать это не только с сегодняшней точки зрения, но еще и с точки зрения ребенка, который все воспринимает остро, нутром. И когда вдруг, понимаете ли, меняется совершенно круг твоих родителей, исчезают люди или звонят и дышат трубку и не говорят, кто они, но мы понимаем, что, наверное, это тот-то или тот-то. Это, конечно, чудовищно.
Вот это уже годы отказа. Это были страшные годы. Я, к счастью, был, к счастью для меня, загражден от самого худшего моими родителями и их мужеством. Вот это самый жуткий год, когда отца преследовали, и об этом есть целая глава в книге. Он скрывался, и вот эта американская журналистка, которая сфотографировала нас в 85 году, посмотрите на моего отца. Я думаю, что он выглядит здесь старше, чем сейчас. То есть это были просто страшные, это были страшные месяцы и годы. О чем еще эта книга? Конечно же, это книга о двойной жизни, потому что с одной стороны, это был юноша из еврейской семьи, отказников, а с другой стороны, это был обыкновенный советский юноша, который, в общем, делал все возможное, чтобы не выпасть из обоймы своих сверстников. И вот, видите, если бы не знать того, чего знает пишущий эти строки или говорящий об этом, как бы вы догадались, что это молодой юноша из семьи отказников, который живет двойной жизнью? Это еще и книга о двойной жизни. Представляете себе, я не мог даже поговорить об этом со своими одноклассниками, хотя в школе знали, и это тоже целая история. То есть все мои близкие друзья, и вот Максим Мусин здесь сегодня, это были люди, которые были из другой жизни. О чем еще эта книга? Это еще книга о поездках по России. Мне очень повезло, потому что когда я учился в университете, я попутешествовал по России, поскольку я уже начинал писать стихи, мне очень хотелось увидеть именно провинциальную Россию. И вот это путешествие, которое я совершил летом 86 года, своего рода прощание. Это была поездка из Москвы через Черноземную область, потом уже через Дон на Северный Кавказ и обратно, видите ли, через Воронежскую область. Это, с одной стороны, конечно же, поездка, в которой ты видишь разнообразие России, климатическое, географическое. Но, если задуматься, и особенно вот поездка по Черноземью, это, конечно же, еще путешествие по земле, которая насыщена литературной историей. Тогда я еще не знал, что Бунин станет одним из главных героев моей жизни и моего литературоведческого творчества. Теперь я это, конечно, осознаю. Например, послезавтра я собираюсь поехать в Елец по бунинским местам. Но уже тогда, путешествуя по этим местам, я поразился тому, насколько они богаты литературным прошлым и насколько одновременно это совершенный упадок сельской жизни, невероятной. Это тоже на меня очень подействовало. Это книга о дружбе. Это книга о дружбе. Ну, что вам сказать? Наверное, о дружбе в неправильном месте в правильное время. Я думаю, что это скорее так, нежели наоборот. И о том, как, понимаете, мы все равно были счастливы, несмотря на то безобразие, несмотря на то пуританство, которое нас окружало в позднебрежневские годы. Это книга о попытки возрождения еврейской культуры. Вот это, например, Пуриншпиль 87 года. Один из Пуриншпилей, который мой отец по заказу написал и который показывался в Москве. Конечно, это был андеграунд, но тем не менее. Кстати, если вам интересно, теперь есть полная отреставрированная запись в YouTube, и можно посмотреть целый спектакль, который показывался на одном из квартирников в Москве. И, наконец, эта книга о героизме отказников, которые в то время открыто бросили вызов советской системе. Это сын Иосифа Бегуна, рядом с ним моя мама. Это арбатская демонстрация, которая была жестоко подавлена, демонстранты были избиты. Это показывалось по всему миру. Эта фотография была в журнале «Newsweek», и она обошла просто весь мир. И видите, вот здесь стоит моя мама, и буквально через 20 секунд на нее обрушатся удары. Вот этот, видите, человек в шапочке «Спорт-спорт». Это вот один из агентов КГБ, который как раз стоял там и готовился к тому, чтобы избить этих беззащитных отказников. Причем интересно, видите, тут молодой человек, женщина средних лет и старик. Вот этот старик был ветераном войны, и их всех избили. И это уже были так называемые перестроечные годы. Люди тоже об этом забывают. Я считаю, что об этом не следует забывать, это следует помнить. Да. Ну что ж, видите, вот вкратце такая история. Давайте сделаем так. Если у вас еще есть силы и желания, я немножко почитаю из книги, а потом, если вы захотите, я отвечу на какие-то вопросы. Хорошо? Почему здесь фотография университета?
Потому что я хочу прочитать вам парочку страниц из пролога, который как раз начинается в день, когда наконец-то нам позвонили из Авира и обещали, наконец, что нам дадут разрешение. И вот вы поймете, почему Московский университет имеет к этому прямое отношение. Пролог. «Только что позвонили из Авира», — сказал мамин голос. И задохнулся на полуслове. «Не могу говорить». Черная трубка уличного телефона-автомата налилась в ладони холодной тяжестью. Слева от меня, по проспекту Вернадского, двигался плотный, как всегда в середине дня, поток московского транспорта, одним рукавом уносясь к центру, а другим к юго-западным окраинам. Справа от меня высилась чугунная ограда, за которой начиналась территория Московского университета. «Мама, что случилось?» «Позвонили и сказали, что нам дано разрешение на выезд». Мамин голос в телефонной трубке смеялся и плакал одновременно. «Я часто звонил маме перед тем, как отправиться домой из университета, где учился уже 2,5 года. Если только не свирепствовал мороз и любил звонить из уличного автомата по пути к станции метро «Университет». Как-то раз, еще первокурсником, на пари, я позвонил маме из телефона, висевшего в обшитой деревом кабине лифта в главном здании МГУ. Лифт уже успел подняться выше 30-го этажа, и слышно было так хорошо, что я даже подумал, а что, если на такой высоте вместо телефонных линий с прослушкой действуют иные воздушные пути, и ангелоиды проносят наши слова по небесам советской столицы, бережно укрывая сигнал в своих тонких ладонях. Был солнечный и ветреный апрельский день. С места, где я стоял, открывался великолепный вид на окрестности университета. У меня за спиной вонзалась в небо башня главного здания, рядом с которой все остальные строения казались ничтожными. Творение сталинского ампира или же несовершенное подобие Empire State Building манхэттенского небоскреба, построенного в начале 30-х. На противоположной стороне проспекта Вернадского располагались большой московский цирк и детский музыкальный театр. Миновав цирк и театр, взгляд упирался в серо-бежевые жилые дома одного из самых желанных районов Москвы. На первом этаже одного из таких сталинских домов помещалась книжная лавка МГУ, куда я заглядывал после занятий. И хотя спрос на книги, особенно переводные, был невероятный, иногда мне везло везение золотоискателя. Впереди виднелась мраморная шайба павильона метро «Университет», а вокруг – гаротой на шее, киоски и лотки. На дорогу домой уходило около часа с одной или двумя пересадками, в зависимости от выбранного маршрута. В час пик, по утрам, а особенно в конце рабочего дня, вагоны набивались людьми, как охотничьи колбаски, перемолотым мясом, жиром и пряностями. Чуть ли не в каждом переполненном вагоне метро ехали полковники в холодную погоду в толстых шинелях и папахах с кокардами, но нередко попадались и генералы с двойными красными лампасами на форменных брюках. Вот они, координаты моей советской юности. Университет, книжный магазин, цирк и театр, еврейское счастье, призрак военной службы, чугунные ограды. Из черной телефонной трубки, глашатаем перемен, звучал голос моей мамы. Вот и все. Нам наконец-то дали разрешение на выезд. Под советской жизнью подведена черта, думал я, воображая лицо мамы, в котором соединились радость и печаль. Это печаль раннего возрождения, слияние музыки и тайны порой придает особенное совершенство лицам ашкеназских женщин, словно вековые скитания еврейских предков по Европе, из Италии в Германию, в западнославянские земли, в Литву, на Украину и, наконец, в Россию наделили маму квинтэссенцией изящно-робкой, чарующей женственности. Кстати сказать, вы, может быть, уже задумались об этом. Это мой совместный перевод с англоязычного оригинала, выполненный с Верой Полищук. Вера Полищук – это ленинградская петербургская писательница и переводчица. Я уже с ней работаю вместе не первый раз. И до этого Вера
перевела мою книгу «Набоков. Темы и вариации». А в этот раз мы вместе переводили. И я должен вам сказать, что это, конечно же, не совершенно дословный перевод, потому что какие-то части книги мы немножко сократили, поскольку они были совершенно очевидны, были бы совершенно очевидны русскоязычному читателю. Но в то же время были аспекты книги, которые пришлось расширить по тем же самым причинам именно. И я просто хочу сказать, что я считаю, что мы с Верой... Тут, понимаете как, когда для автора, с одной стороны, самое блаженное состояние — не знать вообще никаких языков, потому что тогда ты не задумываешься о том, как тебя переводят, и живешь себе в каком состоянии. Вот когда у меня вышла книга Бунина, Набоков «История соперничества в Китае», я даже не знал, где найти свою фамилию на обложке. Это своего рода счастье, понимаете? Но, с другой стороны, понимаете, когда автор вместе с очень хорошим переводчиком и с другом, с доверенным лицом переводит свой текст, то неизбежно возникает, неизбежно возникает желание что-то изменить, что-то переделать. И вот Вера, конечно же, становилась на моем пути и напоминала мне о том, что это не бесконечный процесс, а что все-таки это перевод, а не свободный пересказ. Но я, в общем, очень доволен этим переводом. И я еще хочу прочитать коротенький отрывок, тоже из пролога, в котором говорится о том, что невозможно перевести с собой весь багаж еврейского прошлого. Я почувствовал необратимость разрыва с Россией в тот день, когда вместе с родными стоял на еврейском кладбище в городке Крэнстон в Род-Айленде, самом маленьком из американских штатов. Мы стояли над свежей могилой, в которую были перезахоронены остатки моего деда по материнской линии Аркадия Арона Полика. Я думал о том, что дед Аркадий так хотел уехать, но умер и был похоронен в Москве еще до того, как мы встали на путь эмиграции. И вот теперь, в середине 90-х годов, мы перевезли его останки и похоронили их в американской земле. Раввин говорил о том, что, покидая Египет навсегда, Моисей открыл гробницу, достал кости Иосифа и унес их с собой, уводя свой народ в землю обетованную. Это, кстати сказать, так и было. И почему это важно? Потому что, конечно же, в еврейской традиции тревожить останки, тревожить прах – это вещь очень тяжелая. И перехранение останков – это процедура крайне сложная. И почему прецедент того, что Моисей открыл крипту с костями Иосифа, здесь важен? Потому что тем самым он показал, мы уходим навсегда. Поймите меня правильно, я еще раз совсем не пытаюсь произнести здесь реквием по российским евреям, но в то же время данная параллель совершенно точна и важна. И раввин, который, проводил перехоронение, он совершенно точно понял, что же произошло в нашей жизни. Понимаете, когда перевозят останки пожилого еврея, похороненного в России, у которого еще жива жена, которая теперь живет в Америке. У нас не было корней в Америке, но мы их создали сами, пересадив корни, похоронив здесь останки предков. Моя бабушка Анна Нюся Студниц, которая не стала в ноябре 2009 года, лежит в одной могиле с дедом, прожив с ним в разлуке 22 года в России и еще столько же в Америке. Но невозможно пересадить все до единого корни. И пытаться не нужно. Приезжая в Ленинград, в Санкт-Петербург, много лет кряду я хожу на Преображенское еврейское кладбище на юго-восточной окраине города. Там я кланяюсь могилам наших предков по отцовской линии и оставляю камешки на гранитных надгробиях. Летом 2012 года моя старшая дочь Мируша, тогда еще первоклассница, впервые стояла рядом со мной, я глотал слезы и прятал лицо. Год спустя, в июне 2013 года, я привез с собой младшую дочь Танюшу, и мы вместе поклонились могилам предков. И я не скрывал от дочери слез. Спасибо. Видите, если вы знаете еврейский алфавит, то тут легко прочитать нашу фамилию. Видите? То есть, по сути, это настоящая русско-еврейская мацела. То есть в ней не просто обозначено имя, не просто обозначены годы, но в ней еще артикулируется тот факт, что мы жили в состоянии двуязычном, междуязычном, межязычном и в состоянии
постоянного балансирования на крае двух культур. И вот если можно, как раз на предмет балансирования я бы хотел прочитать еще очень короткий отрывок. Дело в том, что, конечно же, в этой книге не просто сплошные слезы и горевания. В ней есть много веселья и еврейского юмора, и нееврейского юмора. В том числе в ней есть страницы о любви, о влюбленности. Я хочу прочитать очень короткий отрывок. Почему он важен? Секунду, я только хочу понять, есть ли для него иллюстрация. Ну, наверное, нет. Потому что в нем говорится о путешествиях и об одном летнем романе, в котором как бы, как в негативе, я пытался передать, так сказать, всю невозможность переходов из некоторых состояний в другие, всю невозможность перевода своего «я» на язык, который... Человек, в которого ты влюблен, просто не понимает по ряду причин. То есть вот небольшой отрывок. Речь идет о том, что вот в этой экспедиции мы спустились с Кавказа и переехали и остановились на Черноморском побережье. После старинного курорта «Горячий ключ» мы спустились на побережье и еще час ехали по прибрежному шоссе до окрестностей Пшады, городка, километрах в 30 к юго-востоку от Геленджика. За всю неделю, проведенную на Черном море, я не внес в полевой дневник ни одной записи. Тому было несколько причин. Хотя мы все еще придерживались обычного распорядка с лекциями и полевыми работами, после тягот путешествия стоянка у моря считалась заслуженным отдыхом. И я со всеми вместе тоже отдыхал, дневник не вел, набросками к стихам не занимался. Кроме того, Черноморская неделя стала кульминацией моего летнего антиромана с неуловимой однокурсницей, которую я назову Анастасией. Мы оба знали, что с самого начала наш роман обречен. Общее будущее в Москве было немыслимо. Анастасия происходила из московской семьи потомственных дипломатов. Я догадывался, она не отличалась словоохотливостью, что часть детства моя пассия провела в Восточной Германии. Как-то она вскользь упомянула, что вместе с родителями бывала на нудистском пляже где-то на побережье Балтийского моря. Анастасия не докучала мне вопросами, но, похоже, ей было известно, что я из семьи отказников. Она была умна, изобретательна и, как говорят в Америке, open-minded, без предубеждений. Стройная, высокая и длинноногая блондинка с мальчиковой короткой стрижкой. Анастасия была похожа на скандинавку. Она носила летние туалеты с открытой спиной и плечами и считала бюстгальтеры никчемным изобретением. Как многие представители золотой молодежи, с которой мне довелось общаться, Анастасия относилась к советской системе с сардоническим презрением. Каким ветром ее занесло на факультет почвоведения? Походно-кочевую жизнь в Заналке она терпеть не могла, грязь, неустроенность, невозможность побыть одной, и неизменно держалась так, будто ее гнали по тракту, как каторжанку. К ужину она надевала длинные платья и с ужасом вглядывалась в ржавчину тушенки и гороховую баланду. Похоже, за все 2 месяца наших странствий Анастасия была собой только тогда, когда нежилась на солнышке и курила. Иногда, улизнув со стоянки, я разделял ее одиночество где-нибудь в цветущей степи или в горном лесу, а позже на безлюдном галечном пляже. Как-то раз, после изнурительного подъема на ледник, мы рискнули заняться любовью у нее в палатке, но тут одна из соседок Анастасии, дочь московского кинорежиссера, проснулась и вскрикнула: «Кто тут?» Пока она шарила в темноте, пытаясь достать фонарик, я напоследок поцеловал Анастасию и выскользнул из палатки. Мы оба знали, что тайный роман все равно закончится вместе с экспедицией. Это придавало нашему приключению особую остроту, особенно в последние 2 недели, когда мы будто балансировали на острие советского времени. И на самом деле, мне кажется, что и сама жизнь советских евреев в те годы и была балансированием на острие времени, на острие истории. Спасибо. А теперь я действительно закончу и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Что с Анастасией сегодня? Неизвестно. Вы знаете, что есть целая категория людей, которая совершенно исчезла, растворилась. Даже вот из моих бывших одноклассников. Это очень интересно.
То есть, ну, ведь люди могли, так сказать, раствориться в новом имени, в новой идентичности, уехать, всякое. Ну, к сожалению, некоторых не стало, и такое, и такие случаи мне известны, да. Понимаете. Слава богу, я миновал самой страшной судьбой, потому что в нашем доме был мой сверстник, который вернулся домой в цинковом гробу из Афганистана. И об этом тоже есть в книге. О том, что, конечно же, родители меня уберегли. И что вообще, конечно же, эмиграция началась, и я думаю, что это было так для многих, началась именно с такого инстинктивного желания спасти и вывести детей. Да. Так что не знаю. Пожалуйста, еще вопросы? Ну, видите что, про Залмана я с удовольствием расскажу, но я думаю, что уже времени для обстоятельного рассказа сегодня у нас с вами нет. Но что я хочу сказать, что книга «Исчезновение Залмана» — это как бы такая ретроспектива рассказов, которые я писал сначала по-русски. Вскоре после эмиграции я стал писать рассказы. Потом пытался писать их по-английски. Еще в университете под руководством знаменитого американского классика постмодернизма Джона Хоукса, у которого я занимался в семинаре по литературному творчеству, мне очень повезло, потому что я уже тогда понял, значит, это была осень 87-го года, что медициной я заниматься не хочу, и уже думал как-то о литературе, и я постучался к нему в дверь. Это был живой классик, про которого были написаны книги, не настолько известный, ну, скажем, его слава была более кулуарной, хотя он из того же самого поколения, что и, скажем, Апдайк, и что и Стэнли Элкин. То есть это так называемые американские постмодернисты, которые впитали в поздние 40-е годы и ранние 50-е прямо из материнской груди Набокова возможность писать американскую прозу в сложном, таком многокультурном европейском ключе. Да. И вот я пришел к этому Хоксу, постучался, это был такой седовласый англосакс. Я говорю, что вот, меня зовут Максим Шрайер, я недавний эмигрант из Советского Союза, и я бы хотел попасть к вам в семинар. Он говорит, да, вы знаете, что у меня для вас плохие новости. Это такая типичная форма, которая очень распространена в Америке. Вместо того, чтобы сказать, что это невозможно, человек говорит, у меня для вас плохие новости. И что говорит, я ухожу в отставку, выхожу, и что вот тот семинар, который у меня будет весной 88 года, последний, я уже принял после долгого отбора 12 студентов, так что, увы. Я им говорю, что профессор Хокс, вы знаете, что вот я очень хочу попасть к вам в семинар, это действительно для меня важно. Он тогда мне говорит сходу, причем он говорит, а вы читали Набокова? Ну, я говорю, ну, это, знаете, как-то я скажу вам идиотский анекдот. В ранние американские годы на какой-то юношеской тусовке разговаривал с одной дамой, и она мне говорит, вот, говорит, я недавно читала «Ожог» Набокова, очень понравилось. Поняли? Место ожога. Все, ну, да. Ну, короче, я говорю, конечно, читал. А что вы читали? Ну, я ему там сказал то-то и то-то. Он говорит, а вы читали «Настоящую жизнь Себастьяна Найта»? Я говорю, что да. Он говорит, это гениальная вещь. Я прочитал Набокова первый раз еще в Сан-Марино весной 45-го года. Он был военнослужащим и все такое прочее. Ну, короче говоря, он мне говорит, ну, дайте мне что-нибудь почитать. Я ему говорю, что пожалуйста, но это все по-русски. Да, говорит он мне, идите домой вот, и переведите как можете парочку рассказиков и принесите мне. Что я и сделал. Можете себе представить, что это был за ужас. И он принял меня 13-м в семинар. И вот именно в этом семинаре я попытался писать англоязычную прозу. Ну, в общем, на это ушли годы. Я по-настоящему ощутил, что вот могу и хочу писать художественную прозу на английском языке в 95-м году, и потом уже практически перешел. То есть часть рассказов здесь были написаны когда-то по-русски, потом переведены на английский, и потом, когда я их переводил обратно на русский, конечно, я их еще раз усложнил. Часть рассказов существовали только в английском оригинале и были переведены на русский. Три моими родителями, Давидом
Шраером Петровым и Эмилией Шраер, моя мама переводчица. И еще здесь есть парочка рассказов, которые я писал уже в последние годы, которые были написаны специально по заказу журнала «Сноб» для двух специальных номеров, выпусков, которые они готовили и которые выходили такими красивыми антологиями. И они были написаны по-английски, но тут же мною переведены на русский. То есть тут всевозможные пертурбации. Это, так сказать, то, что я называю именно межязычием или междуязычием. То есть translingual. В том смысле, что это не просто двуязычие. Это как бы существование, в котором ты все время балансируешь, как жонглер, жонглируешь языками. Это одно. Теперь второе, почему я тут вам показываю цитату из Бабеля. Потому что в каком-то смысле вся эта книга о том, как меняются еврейские стереотипы. И, конечно, они меняются. Они изменились и в России, и, разумеется, когда я попал в Америку, я сразу понял, что там другие стереотипы евреев. Вы помните, когда Бабель в «Пробуждении» пишет о том, что, видите, мне шел... О, боже, что же это за морок такая, что он все время выключается? Мне шел... Так, раз, два, три. Мне шел 14-й год, но по росту и хилости меня можно было сбыть за 8-летнего. То есть стереотип еврея как неспортивного, физически слабого, но очень головастого, да, или очень музыкально одаренного. Это один стереотип. Потом вспомните, когда Слуцкий писал: еврейским хилым детям, ученым и очкастым, отличным шахматистам, посредственным гимнастам советую заняться коньками, греблей, боксом, на ледники подняться, по травам бегать боссом. Это уже конец 50-х. Опять же, конечно, Слуцкого мучило то, что есть определенный стереотип слабого, физически беззащитного, но очень умного, головастого еврея. И вот представьте себе, теперь Аксенов в знаменитом рассказе «Победа». Помните там о том, как некий гроссмейстер, который как бы отрицает свое еврейство. И мы не знаем, еврей он или нет. Кстати, этот рассказ был напечатан в 1964 году. Это как бы такой совершенный занавес оттепеля. И его попутчик по купе, некий ГО, может быть, он бывший узник советских концлагерей, а может быть, просто бандит. Ну, короче говоря, он ему говорит такое. Правда? Говорит, вот, интересно, почему все шахматисты евреи? Спрашивает его. И этот гроссмейстер ему отвечает, что почему же все? Вот я, например, не еврей. То есть, опять же, здесь, конечно же, Аксенов пытается обыгрывать некий стереотип. Ну, если у вас будет время, влезьте в Википедию и посмотрите советских чемпионов по шахматам, и посмотрите их национальный состав. Тигран Петросян там выделяется, как выделяется и Анатолий Карпов, и Василий Смыслов. Потому что Ботвинник доминировал многие годы, но там были и другие. То есть, конечно же, этот стереотип в глазах многих существовал. Но представьте себе, что когда я попал в Америку, я очень быстро понял, что у людей совершенно иные ассоциации. И ассоциации совершенно другого порядка. И вот был такой Морис Фридберг, славист, исследователь, очень остроумный человек, польский еврей, который был одним из столпов славистики. Он рассказывал такой анекдот, он его рассказывал много раз, и, так сказать, по разному случаю, но сводилась история к тому, что в 1972 году он преподает курс по русской литературе 20 века в огромном университете Среднего Запада. У него аудитория там 300 человек, это дети фермеров. И он им рассказывает про Бабеля, рассказ «Пробуждение», и вот что там этот хилый еврейский мальчик. И в глазах этих фермерских детей абсолютное какое-то непонимание. И он думает, что же случилось? Может быть, я там, я не знаю, по-польски говорю, или же просто у меня там какая-то афазия началась. И вдруг он осознал, что в этот день Марк Спиц получил эти знаменитые золотые медали на Олимпийских играх в Мюнхене. Марк Спиц, еврейский мальчик, вот, посмотрите. Конечно же, в этот момент у фермерских детей в аудитории, перед которой он выступал, был совершенно другой еврейский стереотип. Вы понимаете, это был стереотип физически развитого, широкоплечего еврейского красавца, который получил 7 золотых медалей.
медалей на Олимпийских играх. Кстати, на тех самых Олимпийских играх, на которых был уничтожен цвет израильской тяжелоатлетики. Просто об этом нельзя не вспомнить, потому что иначе мы бы с вами, умолчали, не коснулись другой стороны этих олимпийских медалей. Но тем не менее, вот об этом тоже эта книга. И видите как, еврейские стереотипы меняются и у вас здесь. Видите, вот мой друг Боря Ланин, знаменитый специалист по Гроссману и автор учебников литературы, мне присылает всякие фотографии. Вот он мне прислал такие фотографии. Торт «Мудрый еврей» и торт «Бедный еврей». Ну, смотрите, что это значит? Конечно, легче всего обидеться, правда? Но я думаю, что это не просто так. Я думаю, что тут обыгрывается многое, но обыгрывается уже в другом ключе. Понимаете? И это для меня, прежде всего, свидетельство того, что и в России стереотипы евреев меняются. Так что вот в двух словах, Оля, вся книга о том, как иммигранты, евреи Советского Союза, понимаете, вживаясь в американскую жизнь, и меняются сами, и наблюдают то, что их воспринимают совершенно другими, воспринимают иначе и через совершенно другую оптику других стереотипов. Вот об этом книга. И теперь, если можно, я бы хотел сделать одну вещь, о которой я весь день мечтал, а именно, я бы хотел в заключение, да, вот Джон Хокс, о котором я говорил, который, был тем самым проводником, который ввел меня в американскую жизнь и в американское литературное творчество, я просто хочу найти фотографию. И да, значит, вот я говорил о романе моего отца Гебрит и Нелли. Вот английский перевод. Очень красивая обложка. Это, кстати, знаменитый хирург Юдин. И главный герой романа тоже врач. И, Кирилл, я надеюсь, что вы не возражаете. Я бы хотел отнять у вас еще 5 минут. Дело вот в чем. Я, конечно же, как я вам сказал, представляю здесь не только себя, я представляю и целую литературную семью. Не будем говорить династию, потому что это был бы уже перебор. И поэтому меня бы не было как, субъекта истории и как литератора, если бы у меня не было такого замечательного учителя, моего отца. И я хочу прочитать 2 стихотворения, но они не просто, как мне кажется, прекрасные стихи, но они очень связаны с тем, что я вам сейчас рассказывал. Первое стихотворение – это из книги «Барабаны судьбы», это книга блюзов, которые начинались еще в поздние 50-е годы в Ленинграде, но были уже написаны в Америке. Я прочитаю одно стихотворение моего отца Давид Шрайер Петров. Оно называется, сейчас мы его с вами найдем, я его очень люблю, «Московский март». И почему я его прочитаю? Потому что в нашей семье есть такой интересный кульбитик истории. Мой отец ленинградец и мама москвичка. Когда они познакомились они на свадьбе, на которой свойственница моего отца и родственница моей мамы выходили замуж друг за друга, то есть на ней соединились семьи, которые знали друг друга в детстве в Каменец-Подольске. И мама переехала к отцу в Ленинград, перевелась на филфак университета. Он заканчивал там аспирантуру, много переводил, печатался. Но в Москве мама не прижилась. И когда они вернулись в Москву, они с трудом, в общем, бросили 2 комнаты в Лесном на Выборгской стороне и получили малюсенькую комнату на Садовом прямо с видом на памятник Маяковского. И они там прожили несколько лет. А потом уже они переехали на Речной, где я родился. И потом уже большую часть советского времени я прожил на Октябрьском поле, на улице маршала Березова. Но эта комната очень важна, потому что в этой комнате были, во-первых, счастливые годы моих родителей, молодожен. Во-вторых, в этой комнате бывали многие литераторы. Там на полу ночевал Авсей Дрис, которого потом, конечно, переводил и обессмертил Генрих Сабгир. Генрих Сабгир там бывал, там выпивали многие поэты, и вообще много чего там интересного происходило. И вот это стихотворение, я, конечно, не был свидетелем этого, я еще не родился, но я как-то вот, когда читаю о нем или читаю его, я представляю себе своих родителей в 60
1905 году, представляете, молодых, красивых российских евреев, которые, в общем, еще не избавились от иллюзий, для иллюзий оттепели, иллюзий того, что, может быть, в Советском Союзе все-таки что-то изменится в лучшую сторону. Но в то же время, конечно, уже понимают на каком-то внутреннем уровне, что неизбежно прощание. Вот это называется «Московский март», Давид Шрайер-Петров. «Был март, и пятница в Москве, снега кипели на Садовом, ты в комнату вошла, снега упали облаком на сток, снега на старую тахту, которая в углу стояла, упали облаком на сток, цветы лежали на столе, был март, и пятница в Москве, цветы отсвечивали снегом, фонарь потух, пропел петух на Ярославском электричке, ты в комнате была со мной, а за стеной две истерички считали деньги под луной, таясь от света фонаря. Все зря, твердила ты, решетками загородившись, от истеричек, от меня, в решетке пледа спрятав тело, последним петухом пропела тахта, и я забыл цветы в кувшин поставить на столе, они лежали, иссыхая. Ах ты такая, иссякая, кричала дама за стеной, своей партнерши костяной, а ты ждала бесплатно рая. Я умираю, умираю, я умираю от любви, скажи, ты любишь? А не знаю, ах ты такая иссякая, а ты ждала бесплатно рая. Снега кипели на Садовом, цветы валялись на столе, валялся плед, кусок поп-арта, пришпиленная кнопкой карта, метро качалось на дверях, свет фонаря свалился в лужу, и я спросил измены глуша, зачем ты мучаешь меня? Зачем ты мучаешь? Ведь любишь. Зачем уйдешь? Не позабудешь. Зачем иссохли на столе? Зачем кипели, чтобы грязью? Зачем решетками, когда нет слаще наших тел, сгорая? Зачем твердила, умирая? Зачем ждала бесплатно рая? Вот это первое. Я очень люблю эти стихи. И, как вы видите, в них многое связано с книгой и с тем, что я вам сейчас рассказывал. А второе стихотворение – это стихотворение Вилла Боргезе. Оно написано, то есть, я вам скажу интересно, оно начиналось в Риме в июне 87 года и уже было закончено после приезда в Америку, и оно вошло во многие антологии, может быть, одно из самых известных стихов моего отца. И Вилла Боргезе, понятно, дело в том, что в одну тяжелую ночь, когда отец не мог спать, мы жили в ужасной гостиничке недалеко от Термини, главного римского вокзала. В то время это был жуткий район, где опасно было ходить, куда проститутки водили клиентов. И вот там селили нашего брата-иммигранта. И в тяжелом состоянии отец пошел гулять по Риму и оказался на вилле Боргезе. И, собственно, то, что он испытал, он начал уже фиксировать в стихах в Риме, а уже потом закончил в Америке. Вилла Боргезе. Случались собаки на вилле Боргезе, случались в том смысле, что обитали, случались собачью трубя бордельезу, случались хвостами трубя, о, детали, конкретная музыка тел шелестящих, балетная пляска собачьего тела, конкретная плач о России болящей, балетная плач унеслась, улетела с собакой, с собакою с римскими псами на вилле, скользучую рыбой из тибра по травам, забыть, как доили, давили, травили, забыть окаянную ласку державы на вилле Боргезе в ночи италийской, на самой роскошной окраине Рима, бездомной собакою выть по российским, навеки потерянным, неповторимым, в траве, перепутанной с волосами, очнуться прижатым хвостами к ограде, очнуться под римскими небесами, твердя полоумно: «Ах, Наденька, Надя, ах, Вера, Верунчик, ах, Любушка, Люба, Валюша, Марина, Катюша и Зина, здесь тянут ко мне пуританские губы, трезвейшие новоанглийские зимы, когда умирать мне придется, чуть живы, прошепчут мои полумертвые губы, мы стали чужими, Россия, чужими,
а были своими сыны и ягуды. Как это забавно валяться в обнимку с последней бутылкой, с последним приветом на вилле Боргезе, как старому снимку на свалке истории вместе с конвертом на вилле Боргезе, якшаться с трубящей компанией псов абсолютно античных. О, Боже! Ну что же тебе до болящей души и до мраморных анемичных созданий, наставленных между стволами, как в летнем саду, где когда-то ночами гуляли, по стежкам-дорожкам стояли ночами под бледными небесами, какие архангелы в трубы трубили, какие опричники псы нас губили, какие иуды в любви нас топили, а мы все равно эту землю любили, она отвергала нас, отторгала, она изводила греховно зачатых, а нам не хватало, нам все было мало, пока нас не сжили со света проклятых, пока не добрел я до варварской виллы, где псы и античные девы толпою по стежкам, дорожкам гуляют, как милый, помнишь, гуляли дома с тобою. Спасибо. Да что угодно. По поводу того, что я вас слушаю, Матвей Чернович, я понял, что не то, что я понял, у меня вообще-то некоторая мысль не очень сложная, но все-таки я поделюсь, что, в общем-то, иммигранты, безусловно, на мой взгляд, являются носителями и хранителями советской еврейской идентичности, которая практически у нас, у людей, которые мы ехали, практически исчезла. Дело в том, что вообще в целом исчезла. Почему она исчезла? Наверное, очевидно, потому что люди, которые не уехали, они не передавали какую-то память, травматичную память своему поколению детей, а поколение детей выросло совершенно в других еврейских лекалах, которые были принесены извне. И это поколение людей, рожденных в конце 80-х, начале 90-х, совершенно лишены вот этой вот генетической памяти, которая есть у вас. Ну, в целом, это вообще касается поколения иммигрантов, вообще в целом очень классно, очень хорошо фиксирует некоторые слои, с которыми вы уехали. То есть, вот, скажем, люди, уехавшие в 80-е годы в Израиле, там, 18 клубы с молитвенной песни, а люди 90-х годов там вспоминают какие-то там совершенно иные истории. Вот. Я хочу сказать, что, конечно, в этом смысле для нас, с одной стороны, это замечательно, с другой стороны, я лично не вижу какого-то живого интереса в отношении советской и еврейской истории здесь или советского поколения. Может быть, отчасти этот интерес, точно так же, как сейчас все российское общество жаром обсуждает «Чужого разговора», потому что американский сериал, естественно, это все же у нас, и это, кстати, очень хорошо. Вот, точно так же, там, скажем, фильм Парфенова «Русские евреи», ну, на какой-то момент вот, я лично ощутил некоторую большую востребованность себя как специалиста, такого промышленного специалиста евреев, благодаря Парфенову, который абсолютно внешний в отношении к еврейскому продукту, вы понимаете, да, то есть, и он сам это не скрывает, и мы не видим сейчас об этом. В общем, у меня пришла в голову такая мысль, что, в общем-то, благодаря вам, наверное, что это что-то еще может сохраниться, хотя... Но, к сожалению, я не вижу здесь спроса, я не вижу здесь интереса к советской еврейской тематике. Я думаю, что он гораздо сильнее там, в Америке, как среди англоязычных, которые вы просто транслируете что-то, вот там карту и так далее, так и среди ваших поколений, ваших детей. Спасибо. Во-первых, по-моему, я знаю, так сказать, вас, но все-таки представьте. Да, как вас зовут? Да, Матвей Членов. Я, конечно же, знаком с вашим замечательным папой. Да. Матвей, я скажу, что? Я вам скажу, что вы на самом деле глубоко правы. Действительно. Я с вами согласен и идеологически, и, ну, я не знаю, по-писательски, что ли. Это так и есть. И я думаю, что это плохо, но, с другой стороны, это хорошо. В том смысле, что, вы знаете, это вот тот случай... Когда, вот, например, я довольно вовлечен в преподавание геноцида и Холокоста в Америке, и не раз присутствовал, присутствовал
на дискуссиях, где обсуждался вопрос, собственно, зачем мы это преподаем, и не является ли это передачей травмы. То есть, конечно, необходимо об этом преподавать, но в то же время мы травмируем своих студентов. Ну, я, например, читаю целый курс по литературе Холокоста. Я знаю, что половина студентов там совершенно уже к середине курса, понимаете, еле живы от всего этого, потому что они серьезно к этому относятся. То есть сказать, что я бы желал травмировать поколение постсоветское, это было бы, с моей стороны, каким-то варварством. Но, с другой стороны, конечно, я считаю, что эта тема практически табуирована здесь. По многим причинам, некоторые из них очевидны, потому что страна, по сути, не расквиталась со своим советским прошлым и с худшими страницами, а потом началось безумие. И поэтому, понимаете как, я иногда беседую с людьми, родившимися в 80-е, 90-е годы, они просто не представляют элементарно, как была устроена та жизнь, и не представляют вообще, что это за еврейская иммиграция. И поэтому я вам скажу, что я очень хотел издать эту книгу здесь, и это было трудно. В принципе, мне очень повезло. Мои книги здесь выходили в хорошем издательстве «Альпина», в коммерческом, и они хорошо расходились, и это все было без большого усилия. Но эту книгу было очень трудно пристроить. Это отдельный рассказ. Может, как-нибудь я напишу об этом эссе. И у меня были договоры с двумя издательствами, которые издательство разорвали уже на стадии подготовки. Вы знаете почему? Потому что нашлись люди, которые прочитали эту книгу. Это были в основном дети советских функционеров, которые теперь очень влиятельны здесь. И они были в ужасе от этого, потому что там говорится про их родителей или же про их бабушек и дедушек. Понимаете, и говорится о них честно и объективно, но я же не выдумываю, это документальный роман, тут все основано на фактах. И они, так сказать, взмолились, и издатели мне написали, что мы не можем, так сказать, войти в конфликт с этими людьми. Вы представляете себе? Так что вообще я считаю, что то, что Сергей Митурич, издательство «Три квадрата», взялся за эту книгу, это вообще акт гражданского мужества. Я вам серьезно говорю. Я ему благодарен бесконечно, потому что в этой книге много страниц, честно вам сказать, от которых до сих пор шарахаются. И я это не говорю для того, чтобы преувеличить значение своей книги, а просто для того, чтобы с вами глубоко согласиться. Ну, как человек, имеющий чуть-чуть слабое отношение к издательской деятельности, здесь могу сказать, что, в общем-то, думаю, что нет сложности опубликовать любую книжку, хотя, с другой стороны, конечно, проблема некоторой, так сказать, неиллюстрации, которая здесь не произошла, она есть. Но, с другой стороны, вы, говоря там, о том, что там, в советское время, травма, а потом здесь случилось, я не помню, как вы сказали, что-то такое. Я могу легко, например, предложить, и я не хочу вступать в дискуссию, потому что это не очень интересно для аудитории, когда два человека общаются. Например, мало кто в Америке понимает, например, да, что постсоветская идентичность, она, например, тоже очень интересна и очень позитивна. Вот вы здесь начали лекцию с того, что упомянули о том, что в Советском Союзе живут там не только ашкеназские евреи и другие. А вот, например, проведите прямую параллель между поколением, между евреями, которые в начале 90-х годов создали российскую экономику, фактически, да, были одним из толпов ее создания, вот нынешнюю жизнь сегодняшнюю создали, и, скажем, евреями, которые приезжали в Соединенные Штаты из Германии в середине 19 века и создавали там американскую экономику. И это очень много всего было, и об этом никто не пишет. И пока что до этого еще не дошли руки, на самом деле. Я думаю, что для нынешнего поколения постсоветских евреев, для них когда-то это будет очень лакомый кусок, который они будут копать, раскапывать. А для вас это будет совершенно все равно. Я вам скажу. Вам совершенно все равно, кто основал там российский банк. Мне не совершенно все равно. Но сказать, что я об этом думаю с каким-то эмоциональным градусом тепла, конечно, нет. Но я вам скажу одно. Вы сказали совершенно правильную вещь. Теперь я совершенно четко сформулирую для себя. Я должен срочно продать права на эту книгу какому-нибудь сериалу, чтобы об этом вышел сериал там, и тогда срочно здесь поднимется интерес к этой теме. Вы совершенно, я просто вам так благодарен, я почему-то прилагаю усилия к тому, чтобы экранизовали в ожидании Америки, но, по-моему, совершенно тщетно. Я должен именно эту книгу проталкивать. Спасибо большое. Вопросы, замечания, наблюдения? Максим, вы перешли целиком на прозу или пишете стихи сейчас?
Вы знаете что? Я не то чтобы целиком, но я очень мало пишу стихов, и они как-то... Понимаете, ведь время ограничено, и мне гораздо более естественно выражать свои эмоциональные переживания, свои мысли языком прозы. Только единственное, вот если что-то конкретно заказывают, смешно говорить, заказывают стихи. Но вот в прошлом году в Америке вышла антология к 70-летию Израиля, 70 поэтов. Кстати, это Геннадий Кацов, такой поэт и культуртрегер, составил ее. И он меня пригласил участвовать в ней. И у меня не было стихов на эту тему просто. И я уехал на дачу и написал цикл, кстати, в котором действует моя дочь Танюша. И там есть одно стихотворение, по-моему, лучше в цикле, где мы с ней шли к отелю, то есть к стене плача, и она испугалась идти одна на женскую сторону. И я говорю о том, что я ее повел и как девочку, и как мальчика, и как мотылька, и вообще уже, так сказать, ее пол был нематериален. Ну, в общем, как-то на этом выстроился весь цикл. Ну, вот бывают такие случаи, это по-русски. На английском время от времени, или иногда я перевожу свои старые стихи, переделываю их, и опять же, по какому-то поводу они попадают в журналы или антологии, да. Но я вот, знаете что, просто уже практически обещал себе. За последняя моя книжка стихов выходила в 1998 году, представляете себе? Ну, какие-то стихи накопились, я их называю стихи из планшетки. Почему? Потому что я, когда появились iPad'ы, я взял за правило записывать что-то именно на планшетку. И мне это нравилось. Ну, такой, знаете, фронтовой корреспондент ходит с планшеткой и туда записывает стихи. И, короче говоря, потом эта планшетка умерла смертью храбрых. Пришлось эти стихи выуживать, но они есть. И вот я очень хочу, наконец, все это собрать и, может быть, попытаться издать маленькую книжечку, назвать ее «Стихи из планшетки». Вот. А Давид Петрович пишет сейчас стихи? Давид Петрович сейчас пишет новый роман. И стихи почти не пишет. Да. 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 И вот когда я вернусь из России в Америку, мы будем вместе на даче, и мы с ним собираемся заняться одним литературным проектом, о котором я уже давно, так сказать, размышляю. Мне он очень нравится. И вообще я вам скажу, что для меня самое большое счастье заниматься чем-то совместно с отцом или с дочкой. Собственно, с дочками. Моя старшая дочь собирается перевести на английский одно эссе, которое я написал для СНОБа прошлой зимой. Там довольно странная история про то, как один немец сбил меня на горе. Ну, я потом понял кое-что о его происхождении. У меня был перелом ребер. Ну, в общем, целая история. Ну, в общем, теперь Мира сказала, что она напечатает это, переведет это только за большой гонорар для одного американского журнала. Ну, это большое счастье. А дочь только на английском языке. Да, 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 да. Спасибо. Спасибо, что пришли. Для меня это большое счастье. Спасибо.